сроки завершения когда у нас? 1 августа это по СПРам, по МАФам. Я думаю, что сделают опережение 30 июня. 30 июня по МАФам. Уже установка, полностью монтаж. Олег Викторович, планирую выездное, как бы, чтобы я приехал на базу и посмотрел вместе с тобой, что у него готово. Есть все, что стоит. Вижу, что работы ведутся, но ведутся в соответствии с графиком или нет, никто не понимает, потому что не видит на молекулярном уровне. Ну, кроме, наверное, самого подрядчика, который рассчитывает на свои силы. Общее понимание есть, что мы идем с опережением как бы сроком. Вот. Будем стараться поддерживать этот момент. Ну, скажем так, да, на молекулярном уровне. Ну, смотри, приходится в процессе вот делать изменения. Из уравнения там 2 плюс 2 можно сделать 5? Да, только надо сделать, расписать, каким образом достигнуть этого. Да. Давай распишем и будет все там. На сегодняшний день все работы ведутся в полном объеме. Для того, чтобы понять, будут с косяками там или не в полном объеме, то, что я сказал, мне необходимо понимать на молекулярном уровне, то, что я сказал подрядчику пооперационно, разбить все работы. И в следующей выездной проверке мы уже будем видеть и понимать с вами, что у нас по проекту предусмотрено, та деталировка, которую я сказал, что отражено в графике и что по факту выполняется. Но сегодня все технологические процессы выполняются в полном объеме. То, что посоветовал или порекомендовал подрядчику убирать все бетониты, ни в коем случае там не оставлять это, я думаю, они приведут в порядок. Те замечания, что общественное пространство должно носить завершенный характер и единую картинку, это доработается Олегом Викторовичем совместно с подрядчиком. Сегодня замечаний, кроме того, что убирать строительный мусор с зоны, зеленой зоны, пока нет замечаний.